Приветствую всех, дорогие друзья, клиенты, коллеги и подписчики нашего канала. С вами Александр Бортников, агентство недвижимости Smart Realt, и это наш итоговый выпуск в 2022 году. Сегодня мы хотим подвести итоги уходящего года, поделиться грандиозными планами на будущее, поздравить вас с Новым годом нашей дружной команды и поблагодарить за доверие. Итак, по порядку. 2022 год стал годом рождения нашего агентства. 11 мая 2022 официальная дата появления компании на свет. Наши агенты не новички, все имеют отличный опыт в недвижимости, но именно как компания мы появились полгода назад, еще не отпраздновали свой первый день рождения, но уже есть результаты, которыми мы можем поделиться. В первую очередь, это сформированная команда профессионалов, которая появилась не с первого дня, но была качественно собрана и отобрана за 6 месяцев нашей работы. За этот период с кем-то даже успели и расстаться. Smart Realt – это не только Бортников Александр или Виктор Павловец, кого вы видите в наших видеовыпусках на канале. Сегодня в наш состав входят 7 агентов-брокеров по недвижимости, руководитель первичного направления, 1 ипотечный брокер и 1 юрист. Хочется поблагодарить ребят за доверие, профессиональное участие, максимальную вовлеченность и развитие Smart Realt. Добрый день, дорогие друзья! Как показывает практика, решение жилищного вопроса является одной из главных составляющих нашей жизни. И зачастую люди сами пытаются решить этот вопрос, при этом потратив много сил, времени и, естественно, нервов. И немного помучившись, люди приходят к мысли, что, наверное, все-таки лучше обратиться к специалисту. И как показывает практика, обратившись именно к нам, они получают тот результат, который они хотели. Именно в этом и заключается наша работа – помогать вам, дорогие друзья, в решении ваших жилищных вопросов. Несмотря на непростой год, скачки на рынке недвижимости, связанные с мировыми политическими событиями и многие другие трудности, мы провели 71 сделку с недвижимостью, большая часть это новостройки, но также были и сделки на вторичном рынке. Более 100 заявок на ипотеку обработали наши специалисты, процент одобренных заявок более 80. Можем смело сказать, что одобряем даже с интересной кредитной историей. Более 300 бесплатных консультаций для клиентов провели наши брокеры по недвижимости. Сделаю маленькую поправку. Это показатели за 6 месяцев работы, а не за полноценный год. Друзья, меня зовут Маргарита. Я ипотечный брокер агентства недвижимости Smart Realt. Я очень благодарна тем, что благодаря также и моим усилиям вы можете приобрести недвижимость своей мечты. В этом новом году я желаю вам успеха, удачи, а самое главное – исполнения самых ваших заветных и смелых желаний. Выражаем огромную благодарность нашим клиентам за доверие, что выбрали именно нас при решении одного из главных вопросов жизни – приобретения жилья. Мы ценим каждого клиента и всегда при повторном обращении предлагаем хороший дисконт на услуги агентства. Также благодарим наших надежных партнеров-застройщиков за профессиональную работу и качественную реализацию своих проектов. Сегодня мы сотрудничаем с 30 ключевыми компаниями на рынке Краснодарского края. Это 120 жилых комплексов города Краснодара и побережья Черного моря. Всем привет! Меня зовут Регина Гайфулина, и я менеджер строительной компании АСК. Сегодня я приехала поздравить своих любимых партнеров, агентство Smart Realt, с наступающим Новым годом. Хочу выразить большую благодарность компании и, конечно же, Александру Бортникову за плодотворное сотрудничество. За эти несколько месяцев мы продали более 15 квартир в одном жилом комплексе. Это суперпрофессиональные ребята, с которыми максимально комфортно и очень просто работать. И все сделки проходят гладко, четко и на ура. Создавая агентство на рынке, где работают десятки тысяч агентов, риэлторов, частных маклеров и огромные компании с историей существования более 10 лет, мы понимаем, что у нас должна быть своя уникальность, чтобы занять на этом рынке уверенно свое место и развиваться дальше за пределы этого региона. И с первого дня мы поняли, что качество, прозрачность работы компании и клиентоориентированность – это наш фундамент. Сегодня мы показываем все, что происходит с нашей компанией в социальных сетях. ВКонтакте, Телеграм, Ютуб. Кстати, подписывайтесь, ссылки на экране, если вы еще не с нами. Вы увидите нашу деятельность, нашу команду, наших клиентов. Мы не прячем свое лицо, мы работаем честно. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Якимович. Я являюсь сотрудником агентства недвижимости Smart Realt. Прежде всего, хочу поздравить наших дорогих клиентов, которые уже приобрели в 2022 году долгожданные квартиры. Это радостное событие для каждой семьи.
Мы всегда поможем вам профессионально осуществить сделки с недвижимостью. В этом году у меня в жизни произошли значительные события. Я присоединился к компании Smart Realt. И несколько месяцев работы хватило понять, насколько помогаем мы людям. Бережем наших клиентов от временных затрат, финансовых, да и нервов тоже. Мы многим помогли решить их жилищные вопросы. Одно из важных событий этого года – агентство Smart Realt присоединилось к международному сообществу профессионалов на рынке недвижимости «Золтер». Более 300 агентств по всей России, третье место на «Домклик», огромный опыт и практика, постоянная информационная поддержка. Благодаря «Золтер» мы внедрили крутые IT-решения. Одно из ключевых – это система обучения для каждой должности в агентстве через Telegram-боты со своими базами знаний и еженедельными прямыми эфирами от профессионалов отрасли. Развитие профессиональных компетенций наших сотрудников, развитие самого агентства – это один из главных приоритетов нашей работы. В эти дни принято подводить итоги, как прошел прошлый год. Хочется все плохое оставить в старом году и поставить себе новые цели, новые планы и с новыми силами достигать их уже в следующем году. Год был непростой, а это еще больше заставляет нас задуматься не просто о своих планах, целях и о материальных вещах. Еще больше заставляет нас задуматься о более высоких, о духовных и о вечных ценностях. Если говорить о том, что нас ждет в 2023 году на рынке недвижимости, то это, конечно же, тема для отдельного видео. Скажу только, что по объему строящегося жилья Краснодарский край в тройке лидеров в России. Поддержка государства строительной отрасли очевидна. Продлили льготные ипотечные программы на 2023 год. Как семейную, причем с расширением возможных кандидатов на эту программу. Теперь не только у кого родился ребенок после 2018 года, но и семьи, где есть два и более несовершеннолетних ребенка, могут получить семейную ипотеку под 5,7%. Ипотека с господдержкой также продлена, но с увеличением ставки до 8%. Концовка 2022 года показала оживление на рынке вторичного жилья. Город Краснодар активно развивается. Только в следующем году планируется ввести в эксплуатацию несколько десятков социальных объектов. Это школы, детские сады и поликлиники. Начинается строительство новых трамвайных линий в городе. Ввиду санкций стали активно развивать наше Черноморское побережье, и в 2023 году будет старт нескольких интересных проектов на побережье, о которых мы обязательно вам расскажем. Как итог, по моему мнению, у рынка недвижимости Краснодарского края колоссальные перспективы, работы будет очень много, и мы, конечно же, готовы предоставить вам максимально профессиональный сервис в выборе недвижимости как для жизни, так и для инвестиций. И, конечно же, помочь вам с продажей вашего объекта. Обращайтесь. Важно! В связи с активным ростом и планами по масштабированию, агентство Smart Realt приглашает в команду классного HR-специалиста. Также в ближайший месяц мы готовы принять до 20 стажеров-агентов, кого мы сможем даже с нуля обучить профессии брокер по недвижимости и вывести на ежемесячный доход 300 тысяч плюс. Если ты хочешь работать в современной молодой компании, достойно зарабатывать и вместе с нами написать историю успеха, тогда пиши мне на WhatsApp, номер на экране. Обучение для стажеров бесплатно. Опыт в недвижимости, конечно же, приветствуется, но не обязателен для нас. Являясь сотрудником компании Smart Realt, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Исполнение всех ваших желаний, в том числе связанных с решением жилищного вопроса. А мы, специалисты компании Smart Realt, вам в этом с удовольствием поможем. Друзья, желаю, чтобы в следующем году вы нашли оптимальный вариант решения ваших жилищных задач. Без лишней скромности скажу, что с нашим агентством вероятность этого равна 100%. Успехов, друзья, здоровья и удачи! Дорогие друзья, в 2023 году я желаю вам счастья, любви, успехов, процветания. Я хочу пожелать всем и каждому в 2023 году, чтобы все ваши желания сбывались, чтобы ваши близкие были здоровы и были рядом с вами. А если у вас есть мечта приобрести квартиру, обращайтесь в Smart Realt. Они вам помогут. Хочу поздравить всех наших зрителей, наших друзей, коллег, партнеров с этим светлым, прекрасным праздником, новым 2023 годом от Рождества Христова. Мы не случайно считаем с вами года, мы не случайно считаем дни. Хочется обратить внимание, что 23-й год от Рождества Христова напоминает нам о том, что это и духовный праздник. Не случайно мы именно от Рождества Христа считаем эти года.
Хочется, чтобы в новом году наша с вами жизнь, деятельность и работа не просто крутилась вокруг денег. Хочется, чтобы мы помогли людям, чью-то жизнь сделали еще лучше. Поэтому желаю вам в новом году быть богаче, счастливей, лучше, светлее, дарить свое тепло близким, родным, окружающим людям. Дорогие друзья, поздравляю вас с Новым годом. Пускай в новом году у вас все сбудется. Конечно же, хочу пожелать вам здоровья. Здоровье – это основа. Всем нам мирного неба над головой. Пускай этот год принесет в ваши семьи как можно больше радости, теплых моментов, новых возможностей и перспектив. И чтобы осталось место для маленьких, а может быть и больших, добрых чудес. До новых встреч в 2023 году. С Новым годом!